Туристическая улица. В рамках этого проекта в Серпухове прошел квест «Городские легенды. Путешествие по Золотому кольцу». Участие в нем приняли вожатые педагогических площадок. Юноши и девушки узнали много интересных фактов, как о Серпухове, так и о других старинных русских городах. В связи с тем, что наш город собирается вступить в Золотое кольцо России, наши туристические маршруты увеличиваются. И при поддержке отдела по туризму администрации городского округа Серпухов сегодня проходит квест «Городские легенды по Золотому кольцу». Квест был организован также управлением по работе с молодежью и центром по профориентации и трудоустройству молодежи. Участникам предстояло не только верно отвечать на вопросы, но и пробовать свои силы в разных профессиях, например, плотника или скульптора. Лучших наградили подарочными сертификатами на отдых в парках-отелях «Воздвиженская» и «Петрухина клуб».